Санкт-Петербургский день. Прекрасный обычный Санкт-Петербургский день. И сегодня мы с вами прочитаем стих из Шримад-Бхагаватам, 10 главы. Специально выбрал солнечный текст для обсуждения на этой воскресной программе. Мы прочитаем с вами этот текст и перевод, и комментарии к нему Шрилы Прабхупады, и постараемся в меру моих скромных возможностей обсудить этот текст так, чтобы он стал нам еще более актуальный, практически применим. Хотя, по большому счету, обсуждать комментарии Шрилы Прабхупады в надежде прояснить в них что-то, это очень неблаго, то есть не заведомо неблагодарная задача. Она благодарная, но она абсолютно невыполнима, потому что Шрила Прабхупада все сделал совершенно предельно и безупречно ясно. Более того, в своих книгах Шрила Прабхупада снова и снова повторяет одни и те же истины. И эти истины, иногда кажется, нам повторяемыми слишком часто. Комментарии Шрилы Прабхупады, может, он так догадаться. Кто-то даже не очень неудачливые люди ставят это Шриле Прабхупаде в вину. Но необходимо понять природу этих повторений, повторений тех вещей, которые Шрила Прабхупада регулярно делает в своих комментариях, и также природу нашей практики повторения этих истин снова и снова на утренних, на вечерних, на дневных лекциях, в наших повседневных беседах, в нашей практике. Эта природа такова, что вещи, без которых мы не можем жить, нужно делать каждый день. Как, например, никому из нас, я надеюсь, не удается не надоедает есть каждый день. Мы никогда не протестуем против необходимости каждый день есть что-то, принимать что-то в пищу. Точно так же каждую минуту вы и я делать несколько вдохов и выдохов. Это естественный процесс, который поддерживает жизнь в нашем теле. Дыхание естественное, мы даже не замечаем. И есть состояние расстройства здоровья, когда болезнь, как-то называется апноэ, когда человек в силу тех или иных обстоятельств перестает дышать естественно, требуется вмешательство, требуется помощь. Тогда мы замечаем, насколько естественно дышать, а насколько неестественно не дышать. Вода, еда, воздух, что еще? Сон. Защита. Думаю, что скоро все вспомнят про насколько естественный сон. Прекрасную летнюю ночь, не вечер, вернее день. Также естественно для нас отношения с людьми, которых мы любим, которые любят нас. Когда эти отношения уходят из нашей жизни, тогда жизнь теряет смысл. В современном обществе постепенно, очень медленно, ну, даже не так уж и медленно, но неотвратимо входит в практику так называемое умерщвление из милости или эвтаназия, когда человек, больной какой-то болезнью, испытывающий тяжелые физические мучения, просит, чтобы его или ее гуманно усыпили, так сказать. Синоним, политически политкорректный синоним слова «умертвили». И, казалось бы, это обосновано, поскольку человек страдает, и ничто в современной медицине не может облегчить его страдания, но исследование показало, что 75% таких людей, которые просят об этом, на самом деле идут на такой шаг не потому, что они действительно страдают от каких-то серьезных, нестерпимых мучений, но потому, что в их жизни нет кого-то, кого бы они любили так сильно, чтобы можно было терпеть эти страдания, или нет кого-то, кто бы любил их. Поэтому все эти вещи, естественные, без которых мы не можем жить или не хотим жить, как в этом случае, еда, сон, воздух, вода, или естественные человеческие отношения, являются естественными для нас, и нам не надоедает жить этими вещами каждый день или каждую минуту. И точно так же, сколько такие вещи называются потребностями жизни, когда спрашивают у людей в таких программах, что вы назовете потребностью, насущной потребностью жизни, то обычно эти вещи называют еда, сон, воздух, вода, кровь. Но это не потребности жизни как таковой.
это потребности жизни в материальном теле. Без них мы не можем оставаться в материальном теле, и мы должны будем переселиться в другое тело, более обеспеченное этими вещами, в более подходящие для жизни условия. Однако у жизни как таковой есть свои собственные потребности. Потому что жизнь отделена от тела. Это азбука духовной жизни, азбука духовной науки, которую Кришна открывает в самом начале Бхагавад-гиты. Говоря о том, что для души не существует ни рождения, ни смерти, она всегда была, никогда не возникает, она вечно и неизменна. Лишь тело, в котором находится она, это тело один. Вайшнавский философ очень редко назвал биологическим следствием заблуждения души. Очень низко, это очень понравилось мне выражение. Биологическое следствие заблуждения души. Душа обрастает этим следствием, когда она заблуждается. И всеми другими вещами, которые связаны с этим телом, из него, из этого тела вырастают связи, взаимоотношения, вырастают социальные и общественные законы, цели, которые люди ставят перед собой, заведомо недостижимые, потому что эти цели, хоть и кажутся очень близкими и плодотворными, на самом деле они не могут в принципе восполнить или как-то удовлетворить те чаяния души, которые она вкладывает в них. Возникают, соответственно, конфликты на стыке интересов людей, потому что эти тела требуют определенных удовлетворения своих потребностей, но ресурсы для удовлетворения потребностей ограничены, возникают конфликты на семейном, на бытовом уровне, на уровне государств, и общин, и наций. Но у души у нее есть свои собственные потребности, как мы сказали. Поскольку она отлична от тела, от всего того, что связано с этим телом, находясь и не отвергая, пользуясь, но оставаясь отдельной, у души есть свои собственные потребности, есть то, что как дыхание для тела поддерживает в ней жизнь. И точно так же, как для тела естественно дышать и неестественно не дышать, точно так же, как отсутствие дыхания, отсутствие воздуха для тела обращивается вначале легким душем, из-за более сильно нарастающим, тяжелым мучением, нестерпимым страданием, точно так же для души таким естественным, такой естественной потребностью является слушать о Кришне. Душа по своей природе изначально принадлежит тому духовному миру, в котором она изначально пребывала, в котором теперь, из которого ушла и который она теперь ищет во всех взаимоотношениях, в различных целях и устремлениях, которые она ставит перед собой. Но материальный мир сам по себе, он не плох и не хорош, он просто таков. И каков он? Его главное качество, ашашватам, означает, что оно не постоянно, этот мир не постоянно, он сравнивается очень точно в Шримад-Бхагаватам и других священных писаниях, с океаном. Точно так же, как океанская вода, океанские волны, очень непостоянно, неизменчивы. За всю историю существования океана не было одного и того же океана, так сказать, постоянно меняется. Волны, поверхность его вздымается, меняется рельеф. И люди, которые находятся на поверхности океана, испытывают это непостоянство под своими ногами, которые проявляются как морская болезнь. Точно так же материальный мир, его главное качество – непостоянство. И даже если мы окружим себя какими-то кажущимися нам идеальными условиями жизни, которые вот соответствуют точно всем моим потребностям и запросам, следующий момент времени, этот момент может длиться. Момент, час, день, год, или несколько лет, или даже, может, несколько десятилетий, но рано или поздно все поменяется, и мы окажемся в положении вынужденности искать что-то другое. И Шрила Прабхупада очень метко и очень афористично в своих книгах формулирует эту природу материального мира, говоря, что мы существуем, пребываем в этом материальном мире в атмосфере несуществования. Очень точно формулировка. Атмосфера несуществования, атмосфера небытия. Слово «истина» даже как бы тоже перешло в аспект политически некорректных вещей. Истина – это то, чем довольствуются философы. Вот они тешат себя некой абсолютной истиной, которая где-то, когда-то, может быть, есть. Но пользы от нее очень мало, от этой воображаемой абсолютной истины. И само слово «философия» также стало иронически почти ругательным философом. По крайней мере, в химической среде я точно помню, когда учился в университете, в Санкт-Петербургском государственном, философия была нашим самым нелюбимым предметом,
Не потому, что мы не любили преподавателя. Преподаватель был хороший, но непонятно, зачем нам было все это, когда есть гораздо более практичные и зримые, и осязаемые вещи, верно? Но слово «истина», она, хоть мы, может быть, извергаем из нашего лексикона, или не используем это так часто, но она нужна, и мы постоянно ищем ее. Ищем ее именно в этом постоянстве. Нам нужно, поскольку наша природа постоянна, и эта постоянная природа живого существа проявляется в постоянной потребности испытывать. Что? Бытие, свое сознание, свое существование, знание, или осознание, свободу, и блаженство связаны с ним. Мы постоянно подспудно ищем этого постоянства и можем его найти. И все меняется. Меняется погода в большинстве стран мира. Меняется погода. Кроме Антарктики, пожалуй, там очень редко меняется. Редко ботики там выступают. И поют птички. Постоянно меняется вкус доллара. И все люди боятся, повысится он или понизится, и план пойдет дальше. Это состояние постоянного беспокойства за свое финансовое благополучие. Меняются законы, меняется мода, меняется какая-то женщина. Говорит другой. Вот, рассматривая вчерашний журнал, он говорит, смотри, какие смешные шляпки носили тогда, вчера. Постоянно все меняется. Меняется здоровье. Как правило, в лучшую сторону, да? Как правило, в лучшую сторону. Крепкие мы. Наливаемся здоровьем с каждым днем. Менять отношения непредсказуемо для нас. И люди, которые были очень близкими, были казаться далекими. И оказывается, что они были далекими очень давно. Когда мы думали, что они близкие. Меняются города и страны, названия, меняется все. Меняется все, кроме одного потребности души и потребности, да, живого существа, сидящего в теле, смотрящего на него через амбразуры глаз, через ушные отверстия, воспринимающие мир. И все эти органы чувств. Не меняется только одно. Потребность живого существа найти постоянное счастье в этом мире. Это постоянное качество живого существа, запечатленное навечно в его природе. И можно сказать, что Бог был бы очень жестоким, если бы он вот так все и оставил. Создал бы нас такой неутолимой, неизбывной потребностью к счастью, которую в этом материальном мире в принципе невозможно исполнить. Он говорит, да, Кришна говорит о материальном мире как о шашвата, и постоянно. И он добавляет к этому эпитету, о шашвата, еще один убийственный эпитет. Он говорит, духхалай, этот мир исполнен страдания. Хотя, знаете, как посмотреть, если мы поставим их в начале исполнить страдания, а потом непостоянные, то это уже получается более оптимистично. Страдания оказываются непостоянными, как и счастье тоже. И поэтому люди, есть люди, которые в силу своего философского склада ума, позволяющего им смотреть на этот мир трезво и отстраненно, приходят к выводу о том, что, в принципе, самое лучшее, что я могу извлечь из моего пребывания в материальном мире, это просто перестать существовать, перестать быть. Это будет для меня высшим благом. Как-то раз здесь, в Петербурге, несколько лет назад, мне тоже довелось участвовать в такой воскресной программе, тоже в качестве лектора. И после этой программы мы говорили о вечных взаимоотношениях между Кришной и живым существом, также говорили об этой вечной теме, о том, что живое существо вечно, и оно отличное тело, у меня отличное тело, прошу прощения. И после программы ко мне подошел один молодой человек. Было видно, что он очень образованный, но очень несчастный. Или и очень несчастный, потому что смотрит на образование. Есть две категории, как говорится в Шримад-Бхагаватам, в двух стихах. Первый, третий, в 11-й песне. В третьей говорится, что есть две категории живых существ, которые совершенно счастливы в материальном мире. И можно выбрать, к какой из них относиться. Есть люди, которые упоминают инфантильных детей, и Бхагаватам употребляет очень интересные слова в их отношении, однако я не буду повторять, чтобы случайно не обидеть кого-нибудь из присутствующих, особенно наших гостей. Там очень резкие слова употребляются, очень резкие эпитеты. Только люди, которые нравятся инфантильным детям, очень глупые, неразумные люди, они очень счастливы. Это то, что называется, как сказать, невежество и счастье, да? Счастье в невежестве. Прабхупада говорил, если там, где невежество – блаженство, глупо быть умным. Продолжал эту мысль. И вторая категория людей – это люди, которые поднялись на уровень материального мира, на уровень разума.
которые уже не принадлежат тому материальному миру, и которые могут терять счастье свое, полностью исполняющие все их чаяния духовной, духовной реальности, духовного уровня. Но все посередине, между одним и другим полюсом счастья, а причина страдания. Вот. И Кришна говорит, Духала я нашел, он этот мир исполнен страданий, и он временен. Однако, насколько он временен, и когда эти страдания подойдут к концу, зависит от нас. Мы можем ускорить этот процесс временности материального мира, или наоборот затянуть его на очень долгое время. Само по себе время, к сожалению, не в силах лишить нас невежества. Невежество со временем не проходит. В отличие от богатства, здоровья и красоты. Со временем невежество не проходит, оно не лечится. Нет времени. Об этом говорит Гаджандра, очень мудрый слон. 6-8 песни Шримад Бхагаватам говорит об этом там. Так вот, этот молодой человек подошел ко мне после программы и начал про него говорить. И он спросил у меня, скажите, пожалуйста, почему Кришна такой, почему Бог такой жестокий? Почему Он создает нас, вернее, даже не создает, а как Он сослался на то, что мы обсуждали в этой программе, почему мы вечно существуем с Ним, и мы никогда не можем прекратить, прерывать Его существование. Даже если мы попытаемся каким-то образом пригасить это существование в какое-то время, нам это не удастся. Почему Он такой жестокий? Почему он, и он на самом деле говорил не отвлеченно, он говорил прочувствованно, у него боль рвалась из его сердца, когда он общался с ним, он просто кричал. Там были еще где-то люди вокруг меня, поэтому он сдерживался, но тем не менее у его сердце было не какое-то отстраненное философское рассуждение, но настоятельная потребность. Вопрос, который терзал его, мучил, почему он позволит мне просто перестать, я не хочу страдать, но я не хочу, он не спрашивал меня, хочу я быть или не хочу. Он мне задавал такого вопроса, так почему же он не позволит мне просто перестать существовать? Это, смотрите, как интересно. Разум очень ценится в этом мире, но вот это высшая планка, до которой человека может довести разум. Это высшее достижение. Ни химия, ни физика, ни математика. Вот чистый, холодный разум, кантовский разум, который написал, да, в пределах только разума. Вот этот чистый холодный разум может довести человека до такого понимания, что я не хочу быть, но я с этим ничего не могу поделать, с таким бытием. И я замешкался, честно говоря, когда общался с ним. Не знаю, здесь он в аудитории, надеюсь, что он здесь где-то в аудитории сидит. Ему так и удалось прекратить свое существование на философском уровне. И я замешкался, не знал, что ответить, потому что вопрос сложный. Почему, как я мог за Кришну решить, что, почему вот он поступил со мной так? И как обычно бывают такие случаи, когда мы оказываемся в беспомощном положении, мы делаем самую мудрую вещь, мы просто молимся Кришне в сердце, чтобы он дал нам этот разум, высветил своим присутствием в нашем сердце правильное понимание, чтобы оно принесло благо этому человеку. Потому что речь, которую мы обращаем к людям, общаясь с ними в повседневной жизни, и особенно, когда мы беседуем с ними на такие важные темы, она должна нести человеку благо. Господь Кришна в 17 главе Бхагавад-гиты говорит очень важную вещь. Он описывает аскезы тела, аскезу ума и аскезу речи. Слово аскеза также не очень популярное слово в нашем современном лексиконе людей. Звучит очень пугающе, такое колючее слово аскеза. Но Кришна говорит об очень важных вещах. Он говорит аскеза речи или аскетизм речи, тапа, бача тапа. Это речь, которая отличается следующими качествами. Оно двега карамба кемса тем приехи там шеят. Сводя ясану чайва. Вот это называется аскеза речи, я переведу. Оно двега карам. Означает, что речь, которая не возбуждает никого сознательно, не направлена на уязвление, на какое-то принижение, на какое-то, знаете, легкую издевку над человеком. То, что отличает обычно тонкий английский юмор. Такого рода юмор, когда человек ставит глупое положение. Так вот. Вы очень напоминаете мне, например, напоминаете мне меня в молодости, когда я был таким же, как и глупым, и неопытным. То есть такие формы юмора и формы поведения, речи, которые человека так иначе понижают и возбуждают его ум или чувства. В ведическом обществе люди прививались, им прививалась ответственность за то, какие чувства они вызывали у других. Не только речь, даже внешний вид. Женщина, например, зная, какую огромную и иногда разрушительную силу несет в себе женская красота, знали, как одеваться,
так, чтобы эта красота была, осталась, но при этом была направлена только на того, для кого она предназначена была, на мужа, например. То есть у женщины не было потребности как-то выставить себя в таком привлекательном свете для всех. Она знала, для кого эта красота предназначена, и довольствовала этим. Или умный человек, который мог, например, победить спор любого, не делал этого, просто сидел и слушал смиренно. И не вступал в спор без нужды, как недавно сказал один вайшнав. Очень хороший философский анекдот. Он сказал, анекдот такой, что человек подходит к другому и говорит: «Ну скажи, пожалуйста, а почему ты такой спокойный, умиротворенный, всегда такой тихий, счастливый? В чем секрет твоего умиротворения?» Тот ему отвечает: «Потому что я никогда ни с кем не спорю». Спросил: «Ну это же невозможно». Говорит: «Ну невозможно, так невозможно». Пожалуйста, ни с кем не спорю. Последовательно. Поэтому «Анагрега Карам» означает вещь, которая никогда не приносит беспокойства другим, не нужно беспокойство. А «Анагрега Карам» Бакьям, «Сатья Бакьям» означает речь. «Сатья» означает, что речь должна быть правдивой. И под правдивостью мы имеем в виду не только какую-то фактологичность, точность, когда мы точно рассказываем цифры, и факты, и не обманываем. Хотя сама по себе ложь, конечно, это тоже огромное препятствие для взаимоотношений между людьми. И ложь, она сродни атеизму в каком смысле? Ложь сродни атеизму, потому что ложь – это как бы неудавшаяся попытка создать свою реальность. Когда мы говорим что-то, то мы говорим что-то, мы верим, что это то, что мы говорим, правда. Каждый человек, кто по-настоящему умеет хорошо врать, чтобы это сходило за правду, делает таким образом. Искренне должен поверить в то, что никакой полиграф, никакой детектор лжи его не разоблачил в этой лжи. Да? То есть он искренне верит, что это так. Настоящий актер. Настоящий лжец – это гениальный актер, или наоборот, наверное, тот же самый. Вот. Но сатьям означает не просто фактологическую точность. Сатьям означает, что вещи, о которых говорит человек, должны быть так же постоянно всегда. Это означает сатьям. Слово сатья на санскрите означает вечность или то, что соответствует вечности. Совечность, совечность, можно так сказать. Поэтому да, она должна быть правдивой. И Брахмы отличались такой правдивостью. Даже если говорить правду было неудобно для каких-то собственных корыстных или экономических интересов, которых у Брахмов было не так много, скажем так, у настоящих Брахмов, не так много было экономических интересов, которыми, ради которых им приходилось поступаться правдой. Как, например, знаменитый Брахман в свое время, Чинаки Пандит, он давал советы царям. Сейчас такого рода Брахмы называются советниками или экспертами, и они берут плату за свои советы по часовой оплате. То есть ваши консультанты, эксперты и советники, да, получают, и юристы, например, получают оплату, как правило, по часам за свои советы. Но Брахман Чинаки приходил во двор царя Читрагупты и давал ему советы бесплатно. И когда он возвращался домой и занимался государственными делами, у него дома были две свечки или два светильника. Когда он занимался государственной работой, он включал. Зажигал один светильник, ставил, работал под свет этого казенного светильника. Когда ему приходилось заниматься своими собственными делами, что он делал? Он тушил казенный светильник и зажигал свой личный, который оплачивал своих собственных средств. Это называется правдой. И такой человек всегда может быть честным, и ему никогда не приходится прятать глаза. Да? Он может честно ставить глаза любому. Кстати, приехитам, и следующие слова Кришна говорит, прия означает очень приятное сердце. То есть, что приносит человеку благо. Благо, вернее, это второе качество, приехитама. Прия означает, это как нектар души. Слушать приятно. Даже если такой человек, такой великий преданный, например, говорит какие-то неприятные вещи, но, например, Шрила Прабхупада, ему приходилось в ходе своей проповеди часто говорить людям неприятные вещи, сообщать им неприятные истины. Как, например, врач, который приходит пациент. И врач, если он видит, что здоровье пациента в серьезной опасности, он должен сказать, он или она должны сказать ему, что ваше здоровье в серьезной опасности. Вы заболели серьезной болезнью. Эта болезнь такая. Это неприятная, страшная новость, особенно болезнь, это страшно, трудно излечимо. Но врач должен сообщить об этом пациенту. Но сознание врача должно быть пропитано желанием помочь. То, что отличает настоящего врача.
не то, что сообщает страшные истины и радуется, а работает в паре с психиатром в соседней комнате. Пугает, а там психиатр лечит. Доктор, я умру? А как же? Нет, не так, но он желает помочь, и он, врач-пациент, чувствует, что эта проблема, он не остается один на один с проблемой. Проблема его здоровья оказывается также проблемой врача. Он принимает ее также на себя, на свой счет. И вот Шрила Прабхупада, когда он общался с людьми на такие серьезные вещи, говорил о каких-то страшных, трудно усваиваемых вещах для обычного человека. Он говорил об этом с таким чувством сострадания, что даже резкие слова из его уст люди принимали как бальзам для сердца. Рассказывал. Не про него, а история про Джайадвайту Махараджа, тоже отличающуюся прямотой и умением донести правду очень быстро, лаконично и доходчиво. Он сидел на большой программе, отвечал на вопросы. Вокруг него стояла толпа людей, было жаркое солнце. И он отвечал на вопросы, и кому-то из них он объяснял, кому-то из людей он объяснял, что мы не являемся телом, что мы не тело. И стояли огромные, две большие-большие женщины. Большие женщины. И они заслоняли солнце с собой. Такие они большие. И когда они услышали о том, что сказал Джайадвайта Махарадж, что мы не тело, одна из них повернулась, другой сказала, ну какое облегчение, что я не тело. То есть сама по себе эта истина может быть кого-то пугающей, но особенно для человека очень красиво привязанного к своему телу, что мы, кажется, не по телу. А кто же это? Но если она нанесена состраданием, она приносит облегчение человеку. Сам Шрила Прабхупада тоже, там, например, лучший пример, помнится, был на программе, которая называется «Добрый вечер, Лондон». Эта программа прошла в прямом эфире. Одна из самых популярных программ ток-шоу, когда ведущий, который вел ее, наслаждался тем, что он загонял своим тонким английским юмором своих гостей, какие-то выставлял их как посмешище для своей аудитории. Она была очень рейтинговая. Всем нравится, когда есть другие посмешища рядом. Да? И Василий решил попал на эту программу. И он приготовил себе вопрос, который, как он полагал, могут с легкостью поставить этого с вами из Индии, который по-английски говорил, с тяжелым индийским акцентом, который, очевидно, не был знаком с этими всеми приемами современной медиа-индустрии, вступил. И он приготовился к такому легкому занятию, начал оставаться с вами, как кошка с мышкой, как он думал, разговаривать, какие-то вопросы, как вас зовут, когда вы приехали, чем занимаетесь, есть у вас семья, дети, так далее, были ли они у вас. И в конце концов он начал подходить к своим вопросам, которые были заготовлены, чтобы поставить еще выплату в тупик и сделать из него посмешище. Он сказал, а вот ваша религия, которую вы представляете, есть вообще представление об аде? И Шрила Прабхупада абсолютно безмятежно сказал, да? Есть вот Лондон, например, это ад. Настоящий ад. С самых первых дней, что я сюда приехал, это постоянно сыро, мокро, холод, холодно дует ветер, дождь постоянно льет. Этот ведущий, он потерял все, он сразу забыл все, что он хотел спросить. Он открыл рот в прямом эфире, миллионная аудитория. Он прямо стоял, ошарашенно смотрел на Шрилу Прабхупаду, было видно, что это Сарасвати Деви, богиня мудрости и посвящения, покинул его окончательно, похоже. Он открыл, стоял, смотрел. Прабхупада сказал ему истину, да? И когда Шрила Прабхупада получил вот эффект педагогического воздействия на этого зазнавшегося ведущего, который не знал, что делать, он так и стоял в ступоре, смотрел на Шрила Прабхупаду. Эта неловкая пауза затянулась, и Прабхупада посмотрел на него и сказал, ну, к чести англичан, вы смогли построить удивительный город в таком ужасном климате. К нему вернулся самообладание и сказал, да, это так и есть, я именно это и думал тоже. Да, спасибо большое, что вы разметили, беседа совсем по-другому русло уже потекла. Поэтому совсем приехи там чаять, с одной стороны приятные, с другой стороны хи, там благотворные вещи, которые должны принести благо человеку, который их слушает. И сладя и адьяса означает, что речь должна быть подтверждена статами священного писания. На компромисс, с которым я Шрила Прабхупада никогда не шел. Когда он стоял перед телевизором, во время знаменитой высадки американцев на Луну,
Он сидел спиной к телевизору, ему сообщали преданные, которые смотрели телевизор в этот момент. Про прямую трансляцию высадки. Вот они садятся на луну, и он сказал, а что там было, несмотря на телевизор даже. Там сады, растения, реки нектара, птицы так были. Нет, говорит, Прабхупад, там ни одна пыль к нам. Он говорит, не луна. Куда-то не туда попали. На другую планету. Он был совершенно безмятежен. Описывается в шастрах. Настоящая луна. И туда, куда они попали, может быть. Они попали куда-нибудь, но это все не туда, куда хотели. Так или иначе, это все имеется в скезе речи. И мы возвращаемся к этому одному человеку, затянувшись, извините, это интермедии, как называется, интерлюдии. А, я, кстати, стоял и думал, когда я таком приступе, как же, что ему сказать в ответ на его вопрос, почему Кришна не позволяет мне просто исчезнуть. Он же может, он же Бог. Но он говорит, что это никогда не делает. Он говорит Бхагавад-гите, «Натвела ахам джатина санатвам нибидананхипам». Никогда не было так, чтобы не существовал ты или я, или все эти цари. Дальше Кришна говорит, и никогда не будет так, чтобы кто из нас когда-нибудь прекратил свое существование. И когда я не знал, что ответить, и молился Господу в сердце, сказав дай мне что-нибудь сказать ему, чтобы он смог получить и благо, и принять его о тебе. И сами собой мои слова, мои гуру произнесли следующие слова. Я сказал, что почему он не позволяет нам исчезнуть и перестать существовать, потому что Кришна никогда не предзаботливый отец, никогда не позволяет нам совершить ошибок, которых мы не сможем исправить. Он никогда не позволяет нам совершать ошибки, которые мы никогда не сможем исправить впоследствии. Если перестанут существовать, то уже сможет исправить эту ошибку. Поэтому Кришна позволяет нам существовать вместе с собой, совечно. Существуя в материальном мире и следуя теми дорогами счастья, которые мы сами для себя определили. Он может не соглашаться с ними, но, как вы знаете, те из вас, у кого есть дети, взрослые дети, на каком-то этапе развития детей, их роста, соглашаетесь вы с тем счастьем, которое мы сами для себя определили, или нет, уже не важно. Они уже идут этими дорогами. Единственное, что вы можете делать для них, оставаться их друзьями. У меня есть друзья замечательные, вайшнавская семья, в Австралии муж и жена, Кришна Киртан Прабху и Матаджи Малини. У них есть 4 сына погодки, которые родились в вайшнавской семье с детства, были вегетарианцами, ходили в школы, в гуру-гуру, причем не куда-нибудь. Они воспитывались, с детства все играют в вриданги, знают шлоки. Потом на каком-то этапе их жизни каждый из них, погодки, разница 2, 1-2 года, на каком-то из этапов жизни они стали испытывать мир на прочность, они хотели посмотрите, что там. Есть ли жизнь за пределами сознания Кришны или нет? Что никто никогда не может лишить человека права выбора. По-настоящему заботливый родитель, отец или духовный учитель, наставник, что он или она делает, они заботливо подталкивают человека, прививают ему способность самостоятельно принимать правильные решения. И на каком-то этапе они должны быть готовы дать человеку больше свободы, чем он даже готов принять сейчас. Потому что рано или поздно начнет требовать ее, тогда будет уже поздно давать. Он уже требует ее, он попросил. И поэтому они начали заниматься различными вещами, которые занимаются современные молодые люди, то, что считается правильным для молодежи. И там было все, я не буду перечислять весь список. Но каждый из них, без исключения, снова вернулся обратно в семью. И снова вернулся уже вайшнавом осознанно, как один из гуру-гулят сказал, вы не понимаете, я не могу просто родиться в Искон, я должен прийти в Искон, так же, как мы это сделали. Да. И они вернулись снова, и они стали совершенно замечательными преданными. Кто-то из них жили в Брахмачаре долгое время, уже у всех у них сейчас семьи, дети у некоторых доступны. Я спросил у них, в чем секрет вашего успеха в воспитании детей? И они сказали очень две простые вещи. Мы всегда готовили нашим сыновьям очень-очень вкусный просад, очень вкусный, который они бы никогда не забыли. И очень много его, потому что мало приготовить вкусно, дают очень много. Вкусно и мало готовить – это насилие. Как, в принципе, невкусно много – тоже насилие. Я думаю, насилие более-менее серьезное, чем первое. Я сразу вам открою, теперь там много. И вкусно. Я не пробовал. Все еще пробую. Да, я попробую сейчас, я закончил пробовать. Я могу точно сказать, поскольку они попробовали, это вкусно и много. И второй секрет они сказали, второй секрет заключается в том, что мы всегда проводили с ними время.
Мы всегда оставались рядом с ними. Мы никогда не посвящали, не отдавали, не забрасывали их в этот омут виртуальной реальности, куда там компьютеры, компьютерные игры. Очень удобная вещь, чтобы ребенка чем-то завлечь, подсунуть ему какой-нибудь планшет, какой-нибудь стрелялку, какой-нибудь телевизор, чтобы он был там. А мы могли бы заниматься важными делами. Да? Вот. И они никогда не делали этого. Всегда разговаривали с ними, оставались с ними лучшими друзьями. И в какой-то момент времени, сравнив то, что они получили там, ну, все те вещи, которые, ну, так сказать, считаем счастьем, мы говорим о них в самом начале, которые могут удовлетворить сами то, что они имеют здесь, в форме своих родителей, и всего того образа жизни, которыми жили родители. Они не сказали еще одну третью вещь, которую они в силу своей скромности просто не заметили. Они совершенный пример. Пример кротости, пример смирения, пример твердости и требовательности к себе и мягкости к другим. Обычно у нас наоборот получается. Мы требовательны к другим, мы мягки к себе, и сострадательны. Нет ничего проще сострадать себе, нет ничего проще терпеть страдания ближнего своего. У нас вообще достаточно мужества для этого, чтобы терпеть страдания близких людей. Вот они всегда были очень требовательны к себе, всегда были очень мягки, сострадательны к другим. Это лучший пример. И они снова вернулись. Рано или поздно каждый из них вернулся обратно и стал замечательным вайшнавом. Сознательно встал на этот путь. И Кришна ведет себя по отношению к нам точно так же. Он лучший друг. Он высшая цель. Он своим присутствием в нашей жизни, как мы говорили в самом начале, может исполнить все чаяния души. Не просто души в материальном теле, а души как таковой. И то счастье, которое человек может испытать, общаясь с Кришной в различных формах, по своей милости он появляется в разных формах, и мы можем выбрать приемлемую для нас форму. Слово «приемлемое» здесь имеет особое значение. Приемлемая форма, да, Кришны? Единая. Кришна в форме просада – это самое близкое общение с Кришной, которое для нас возможно похоже для большинства из нас, очень близко к сердцу. Путь к сердцу живого существа лежит через живую. Кришна знает об этом. Любого живого существа, не обязательно мужчины. И форме святого имени, которое своим удивительным вкусом, ароматом, то есть помнили все только, да, не могу забыть, и счастье для меня не могу забыть. Первый момент знакомства с сознанием Кришны, когда ничего я не знал вообще, никаких философии, никаких аргументов, ничего доказывающего существование Кришны как абсолютно истины у меня не было в арсенале. Но вкус тех первых кусочков сладости, которые нам гостили в Бурфе, до сих пор стоит где-то там у меня на периферии. И если я вспоминаю этот вкус и запах, у меня сразу все липует, потому что я помню эту первую встречу, первый запах и первый вкус. Знаете, как вот если человек встречается в первый раз своей возлюбленной или женщина со своим возлюбленным, вот эта первая встреча, это все ярко, все свежо, и все в первый раз. Вот это запечатлевается в сознании долго. И встреча с Кришной каждый раз, как в первый раз. Это его качество. Он нава-ява означает, что каждый опыт соприкосновения с Кришной для нас оборачивается свежестью новизной. Он никогда не приедается. Поэтому приходят нам эти различные формы, которые нам очень легко принять. Формы звук святого имени, которые, опять же, каким-то удивительным образом на Киртане себе разрешил Ниранджана Махараджа. И большая программа тоже была, много гостей, которые пришли в первый раз. Были люди, которые заведомо были настроены скептически, они приходили смотреть так немножко осторожно, как некоторые из вас все смотрят. Так слегка, кто это и что это, и затащит меня здесь какую-нибудь секту страшную. И мы смотрели так осторожно, эти люди сидели, не поодали. Но в какой-то момент Киртана я вдруг увидел на глазах одного из них слезы. И видно, что он их стеснялся. И он пытался повернуть это вспять. Вы можете человек, но не получалось, они не поворачивались вспять, они просто текли. Это были слезы радости, встречи с тем, слезы ностальгии, которые теперь подходят к концу. Да? Встреча с тем, кого мы давно-давно любили, забыли, но который теперь напомнил нам о себе снова. В самом своей милости и форме, в форме святого имени. Поэтому Кришна приходит в нашу жизнь, но чтобы оправдать Его, первый шаг со своей стороны по отношению к нам, мы должны сделать шаг навстречу. И этот шаг навстречу делать Кришне, навстречу нужно каждый день. Точно так же, как взаимоотношения с нашими близкими друзьями, родными или близкими, с мужем или с женой, чтобы они оставались прочными, их нужно освежать каждый день. Нужно жене дарить цветы. Никогда не забывать о том, когда о дней рождения. Или о годовщине свадьбы, да? Кто-то пошутил, что самый лучший способ запомнить на всю жизнь дату рождения своей жены – забыть это один раз. То же самое, наверное, относится к годовщине свадьбы.
И нужно напоминать, нужно. Говорить приятные слова, причем, как мы сейчас процитировали по Гиту, правдивые приятные слова, соответствующие истине, искать хорошие качества, подчеркивать их и выказывать свою благодарность, потому что мы ничем, мы должны думать, что мы чем-то заслужили то хорошее, что делали, делают по отношению к нам другие люди. Мы не заслужили. Мы не должны думать, что мы чем-то заслужили, чем-то оправдали то благо и то расположение к нам, которое оказывают другие люди. И когда мы общаемся с другими людьми в таком состоянии сознания, когда мы принимаем все то, что они дают нам с благодарностью, означает, что мы не ждем, то каждый мимолетный сюрприз такой приятный оборачивается счастьем для нас, потому что мы ждем очень мало, а получаем очень много. Человек, который ждет очень много других, что бы он ни получил, согласно заветом будет достигать того уровня планки, ожидаемого, который он именно дает, и такой человек будет кем? Несчастным, всегда. Поэтому мы ожидаем очень мало и всегда благодарны за то, что нам дают. И в таком состоянии мы можем быть счастливы, окруженные самыми разными людьми. И вот это состояние счастья приходит к человеку, когда источник счастья находится не вовне, в взаимоотношении с другими людьми, а внутри, в взаимоотношении с Кришной. Потому что он также сравнивается с океаном. Мы сравнивали материальный мир с океаном, который называется Мричу Самсара Самера, океан смерти. Но Кришна тоже океан. Он океан, гораздо больше по океану, по размеру, чем этот океан материального существования. По сравнению с Кришной и по сравнению с преданным служением Кришне, с тем счастьем, которое человек испытывает, служа Кришне, этот материальный мир сравнивается с лужицей в копыте не просто какого-то поросенка или козленка, а теленка. И Ачарья объясняет, что это сравнение весьма значимо. Это означает, что материальный мир уменьшается до размеров пренебрежимо малых. Никто не прибегает к каким-то плавательным средствам, чтобы пересечь лужицу воды как вслед от телячьего копытца. Но маленький и незначительный. Он очень красивый. И след телячьего копытца сам по себе очень благоприятен. И вода, которая наполняет эту лунку, вслед от телячьего копытца, очень благоприятна, она очищает. И такой преданный, который служит Кришне, постоянно, каждый день вспоминая о нем, и каждый день освежая свои взаимоотношения с ним, слушая о нем каждый день, и указывая и выражая свою благодарность, но каждый день такой преданный всегда будет испытывать это счастье внутри, наполняющее его. И материальный мир для такого преданного будет съеживаться для размеров лужицы в теле следует телячьего копытца. И даже то небольшое воздействие, которое по-прежнему будет оказывать этот материальный мир на человека, будет благотворным для него, будет очищающим. А Кришна сравнивается с Бхакти Расамрита Синдху, он Ахила Расамрита Мурти. Он океан чего? Океан взаимоотношений. Это может быть самые разные взаимоотношения. Могут быть дружеские взаимоотношения, родительские взаимоотношения, взаимоотношения возлюбленных, взаимоотношения слуги господина. Даже нейтральные взаимоотношения есть место. Есть другие расы, 7 дополнительных рас, которые, как специи в блюде, можно взять себе 5 видов овощей, приготовить из них 5 видов разных, разные виды сабжи. И каждый сабжи можем, как это называется, приправить специями в разных сочетаниях. И будут 5 разных видов сабжи, 5 видов разных блюд. И они не будут узнаваемы, не будут повторять друг друга. Точно так же эти 5 взаимоотношений с Кришной, когда эти 7 дополнительных раз примешиваются к ним, появляется бесконечное разнообразие вкусов взаимоотношений. По отношению к кем-то, Кришна, кому-то Кришна очень юмористичен, он шутит и смеется, устраивает какие-то проказы, расахасия называется, смех. По отношению к кому-то Кришна очень величественен, да? И очень чинно ведет себя по отношению к кому-то, очень почтительно. По отношению к кому-то он даже злонравие проявляет. Такое злонравие, которое может показаться недоброкачеством кого-то, но оно является необходимым элементом и ароматом в этих взаимоотношениях. Как чтобы, например, сделать сладкое блюдо более вкусным, необходимо добавить в него щепотку соли. Опытные хозяйки знают это. Если вы готовите халаву, например, торт, положите в тесто много соли. И вкус станет объемным, станет очень полноценным. Точно так же небольшие какие-то вот коллизии между Кришной и преданными иногда, какие-то слова, может быть, даже ругательные слова, которые чаще обращают преданные к Кришне, чем Кришне преданные. Ах ты такой секунду. Кришне нравится. Соль жизни, да, называется. И все эти взаимоотношения умещаются в Кришне, и Кришна общается с каждым из нас, как самым дорогим и самой дорогой себе преданным. Таких, как нас у него сколько? У нас даже слова такого математического нет такого термина, который можно передать.
количество живых существ, таких как мы, взаимоотношения с Кришной. Но Кришна хватает на каждого. И каждый из нас, общаясь с ним, чувствует, что да, есть много других преданных, которые дороги ему, но я дороже всех. Но это чувство при этом не забивает нас, чувство благодарности и чувство незаслуженности того, что я оказался самым дорогим и самым дорогой. И поэтому мы, всегда общаясь с Кришной, в положении благодарности, принимаем то, что делает он, служим ему в ответ, и есть отношения усиливают друг друга. И когда такие отношения существуют с Кришной в сердце, в форме Святого имени, в форме Божеств, в форме просады, в форме преданных, которые также являются одной из форм Кришны, это форма Кришны, преданные, все коллективно и также индивидуально. Кришна так и говорит в стихе, который мы собирались сегодня прочитать, мы не прочитаем, скорее всего, что ему говорят, Садануграха, ты Кришна, являешься Садануграхой. Садануграха Бхупада означает ты милость преданных. Тебя называют милостью преданных. Ты проявляешь не как милость преданных. Ты проявляешься в форме преданных. И ты проявляешься для преданных в форме своей милости. Поэтому мы начали этот разговор с того, что мы все же существуем в этой атмосфере небытия, мы процитировали Шрилу Прабхупаду. Но, надеюсь, мы смогли подвести к достаточно оптимистическому выводу сегодня эту беседу о том, что каждый из нас без исключения может получить возможность, находясь в этом материальном мире, в мире непостоянства, в мире несбыточных надежд, Прабхупада Махарадж в седьмой песне Бхагавата называет тоже уничтожительным термином этот мир, он называет его Шравана Сукха. Шравана Сукха означает счастье, о котором только слышит здесь. Где-то слышит, да, кто-то счастлив стал, кто-то где-то когда-то стал счастлив. Потом видит, мы все время слышим этими разговорами, этими баснями о том, что этот мир может принести кому-то когда-то счастье. Он не может принести его в принципе, потому что мы не здесь его потеряли. И то счастье, которое требуется для нас, для каждого из нас, как индивидуальной души, его в принципе невозможно воспроизвести здесь, в материальном мире, даже если собрать все эти наслаждения, которые может нам принести, предложить. Это просто не в размер того, что мы требуем. Мы не можем восполнить ту зияющую дыру, которая образовалась у нас, когда мы отвернулись от Кришны в духовном мире, ничем, что есть в этом мире. И майя в этом мире может дать нам все, что угодно, кроме счастья. Но все остальное, пожалуйста. Все, что вы выберете, можно получить по каталогу, есть каталог. Там тоже ценники есть, соответствующие, куда нужно усилия можно приложить. Единственное, что внизу вот эти, как называется, на мелкий шрифт, fine script или fine print, называется, disclaimer. Кроме счастья. Счастье не прилагается. То есть там кто-то стоит со счастьем, держит, как обычно в рекламе. Какая-нибудь девушка держит в руках мобильный телефон, показывает, и мы покупаемся на девушку или на молодого человека, да, рекламирует телефон. И внизу написано, должно быть, какая-нибудь девушка или мужчина, молодой человек не прилагается к телефону. И счастье тоже не прилагается. Оно не прилагается. Но когда мы получаем, по милости преданных, так или иначе, своим словом, своим поступком или поведением, или просто своим присутствием в нашей жизни, когда для нас существование Кришны и зримость, реальность и осуществимость счастья взаимоотношений с ним становится для нас абсолютно очевидной, самой очевидной реальностью, вот тогда мы можем быть счастливы даже в нашем повседневном бытовом укладе жизни, занимаясь теми самыми вещами, что и раньше, ходя на ту же самую работу, воспитывая тех же самых детей, проверяя те же самые курсы долларов, которые падают и поднимаются, и опускаются. Также сталкиваясь с тем, что время крадет у нас здоровье, и красоту и все остальное, но мы будем счастливы. Потому что счастье оказывается в другом месте, оно внутри. И извлечь его может каждый из нас, просто следуя этому простому процессу сознания Кришны, который очень легко и доступно. И Прабхупада говорил, оно легко и доступно, потому что оно очень естественно. Так же естественно, как дышать. Спасибо большое за ваше внимание. Я должен, наверное, прочитать сегодня солнечный текст, который я обещал. Надеюсь, что солнце рассеется. Давайте я все-таки прочитаю, чтобы хоть что-то из того, что я сказал сегодня, имело какую-то ценность. Слова Шрилы Прабхупады, слова Шримад Бхагаватам, 10-й песни, стих, который приносит полубоги.
Это стих привел на Шри Шурупана. «О Господь, подобный сияющему солнцу». Тот солнечный текст, который я хотел сегодня прочитать. «О Господь, подобный сияющему солнцу, ты всегда готов осуществить желание своего преданного, и потому тебя называют древом желаний, Ванча Калпатару. Когда Ачарьи, укрывшиеся под сенью твоих лотосных стоп, пересекают бушующие океаны ведения, они оставляют жителям земли способ, с помощью которого они пересекли этот океан. И поскольку ты очень милостив другим своим преданным, ты позволяешь им воспользоваться тем же способом и достичь той же цели». Мы прочитаем комментарий Шри Прабхупады. Комментарий. «В этом стихе раскрывается, каким образом милосердный Ачарья и милосердный Господь, Верховный Господь, вместе, милосердный Ачарья и милосердный Господь, вместе помогают серьезному преданному, который хочет вернуться домой к Богу. Шри Чайтанья Махапрабху, давая наставление Рупе Госвами, сказал: Брахманда, Брамита, Кона, Бхагаван, Джива, Гуру, Кришна, Прасады, Пайи, Бхактилата, Биджа. Обрести сенья Бхактилата в преданном служении можно по милости Гуру и Кришны. Обязанность Гуру учитывать время, учитывая время, обстоятельства и индивидуальность конкретного человека, найти способ занятия его преданным служением, которое Кришна примет от тех, принимает от тех, кто действительно хочет вернуться домой к Богу. После долгих скитаний по всей материальной вселенной удачливая душа начинает искать такого гуру, ачарью, который учит ее служить Верховной Личности Бога с учетом обстоятельств, так, чтобы Господь принял это служение. Благодаря этому человеку становится легче достичь высшей цели. Итак, обязанность ачарьи — найти для преданных способ служения Господу в соответствии с предписаниями шастры. Например, Рупа Госвами, чтобы помочь будущим поколениям преданных, написал книги о преданном служении, такие как Бхактирасамрита Сингху. Это значит, что ачарья должен издавать книги, которые помогут людям обратиться к служению Господу и по его милости вернуться домой к Богу. А дальше Прабхупада говорит уже непосредственно про нас. Последователи движения сознания Кришны идут тем же путем. И наши последователи воздерживаются от четырех видов греховной деятельности: недозволенного секса, употребления дурманивающих веществ, мяса и азартных игр, и каждый день повторяют 16 кругов Харе Кришна Махамантры. Таковы, Прабхупада говорит, авторитетные наставления. Это авторитетные. Прабхупада не присваивает себе авторитеты. Он говорит, что поскольку я представляю Парампуру, поскольку Кришна возложил на меня обязанность определять конкретные формы служения ему, он милости принимает эти формы служения из ваших рук, если вы следуете этим авторитетным наставлениям. Поскольку в странах Запада невозможно постоянно повторять святое имя, надо не пытаться подражать Харидасу Дхакуру, а применять этот метод. Кришна примет, Прабхупада говорит, Кришна примет. А Кришна оказывается вынужден принимать. Что бы по этому поводу, нас не думал сам. У него наверняка свое мнение на этот счет есть. Но Прабхупада говорит, Кришна примет. Он слышал слова Будды Парамидана Прабху, одного из величайших ученых в нашем движении, который ушел несколько лет назад. Мы также говорили про него несколько, какое-то время назад, про него мы здесь. И я осветил также, похоже, в этой аудитории его сказано о том, что хотя раньше считалось, Ачарья говорит в своих писаниях, что требуется по крайней мере три жизни, чтобы можно было вернуться обратно в духовный мир. Три жизни, по меньшей мере. Условием неукоснительного, безупречного выполнения своих обязанностей в каждой из них. Мы возвращаемся в духовный мир за три жизни. И Гопи Парандан сказал, он Шрила Прабхупада сказал, что в этой жизни можно вернуться обратно в духовный мир. И если вы будете следовать этим простым методам служения. И дальше Гопи Парамидана Прабху сказал то, что я могу повторять только как цитату его. Он говорит, теперь Кришна чешет у себя в затылке и думает, как же выполнить это обещание Шрилы Прабхупады, но не вопрос, выполнить или нет, вопрос как. Поэтому не удивляйтесь, пожалуйста, если в вашей жизни, когда вы начинаете следовать принципам преданного служения, повторять 16 кругов, начинают происходить какие-то титанические сдвиги. Кришна пытается выполнить обещание Шрилы Прабхупады, чтобы максимально ускорить ваше возвращение обратно в духовный мир. Расслабьтесь. Я так к себе тоже отношусь. Не думайте, что я исключение из правил. Так или иначе, Кришна примет преданного, который строго следует регулирующим принципам и методам, приписанным в книгах и других произведениях авторитетных наставников. Ачарья дает нам метод, с помощью которого можно пересечь океан неведения, зайдя на корабль лотосных стоп Господа, и те, кто строго следует его указанию, в конце концов, по милости Господа, достигнут цели. Этот метод называется Ачарья Сампрадая.
в этой части Сампрада. Это метод, на самом деле, не последовательность учеников, такая вот формальная родословная наша. Вот у нас родословная Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Шрила Гаури Шрилдаса Прабхупады, Шрила Чакраварти Такур, Сиддхи Сяри. Мы тут тоже рядом стоимся. Мы были сейчас в Майпуре со Шрилами Ранджаном Махараджем, и несколько уже полгода как прошло, в Картику, даже больше полугода. Они пришли в один храм, из центральный храм Гаудимат. И там на стене висело дерево, дерево нашей Сампрадаи. Мы начали издали, было очень красиво, непонятно. Вот мы пригляделись, там такое дерево было, светляне, и были разные маленькие кружочки, фотографии разных прежних и нынешних ачарий вайшнавов. И среди них также были какие-то преданные скон также. И некоторые кружочки были пустыми, так что там еще есть место для желающих попасть в это дерево, вставить свою фотографию туда. Но речь идет не о нем, какой-то не идет о какой-то такой вот родословной, к которой мы как-то прибились. Наше отношение к этой родословной, но условно, это как дворняжка тоже приписывает каким-то благородным линиям породы. Но это не родословная, это метод, Шрила Прабхупада говорит. Это называется, этот метод называется Ачарья Сампрадая. Что это означает для нас? Означает, что когда Ачарья по Сампрадае передает нам метод преданного служения и говорит, этот метод будет действовать, и Кришна тебя примет, когда ты будешь следовать этому методу. Это и происходит, это называется метод. И вот почему говорится Сампрадая Вихинае Мантра Стэниш Паламатага Падма Пурана. Ачарья Сампрадая абсолютно авторитетна. Поэтому человек должен принять Ачарья Сампрадая, иначе все его усилия окажутся тщетными. В одной из песен Шрила Нарутамдаса Такура есть такие слова. Тандра Вайшнава Сева Тандра Ачарава Сэви Бхакта Санивас Джанами Джанами Хай Эйен Дилаш. Человек должен поклоняться Богу со стороны Ачарьи и жить в обществе преданных. Тогда его успехи, попытки пересечь океан ведения, Прабхупада говорит, непременно увенчаются успехом. Вот комментарий Шрила Прабхупады. Вот вы можете поаплодировать Шрила Прабхупаде за его замечание. Какие-то есть вопросы, может быть, или дополнения? Я хотел вначале, прежде чем кто-то из постоянных посетителей этой программы задаст вопрос, есть ли вопрос из тех, у тех из вас, кто пришел на такую программу первый раз? Может быть, вообще не было понятно, что сегодня прозвучало, зачем? Если у вас таких вопросов нет, то есть программа для вас, на самом деле. Те, кто пришел первый раз, я специально не прошу вас поднять руку, потому что я понимаю, что это может быть несколько неловко такой большой детей руку поднимать. Но тем не менее, если будете сесть, если хотите задать вопрос, который касается того, что вы услышали сегодня, если чего-то еще связанного с практикой сознания Кришны, пожалуйста. Хорошо. Знаете? С микрофон перед сюда. Спасибо. Вопрос такой. Как научиться уважать другого человека, если конкретнее избавиться от отношения, что тебе кто-то что-то должен. Ну, с философской точки зрения, культивировать амальна, манатна. Как научиться уважать? Да. Вопрос, как научиться уважать других людей. Здесь необходимо разделять, к сожалению, это разделение необходимо иногда, разделение между вайшнавом и другими людьми. Понятно. Я поясню, почему это разделение необходимо, хотя мы не проводим различия с точки зрения как бы ценности каждого человека самооценим, но вайшнавы, помимо их человеческой природы, обладают обладающей природой вайшнавы, у них сочетаются две природы, например, вайшнавы, с две стороны. Есть они как преданные, есть они как люди. Понимаете, да? И их человеческая сторона может по-прежнему отличаться какими-то недостатками. Но их вайшнавская сторона сама по себе уже достаточно основания для того, чтобы уважать за то, что они уже стали на пути. Причем стали они, заметьте, не по своей собственной воле, хотя их воля тоже была необходима для этого. Их пригласили и позволили встать на этот путь. Кришна, Шрила Прабхупада и все ачарьи сампрадая, о которых мы говорили сегодня. И поэтому о таких преданных необходимо судить и смотреть на них с точки зрения, в первую очередь, их связи с Кришной, со Шрила Прабхупадой, с практикой преданного служения, которая сама по себе, можно сказать, обнуляет, по крайней мере для нас,
и делать неактуальными, не пренебрежимо малыми, скажем так, все другие стороны их личности, которые могут казаться недостатками. Понятно, да? И если у нас возникает соблазн по отношению к кому-то судить о них как о преданных, судить причем так, свысока, думать о них как-то неуважительно, что они такие, сихие, то я часто это говорю, потому что это очень важный момент, я просто прошу прощения, если повторяюсь в этой аудитории, то мы должны помнить, что это не наши преданные, это преданные Кришны. И что Кришна имеет право, только Он имеет право судить о том, какие они как преданные. Понимаете? Потому что они Его преданные. И они как о преданных судить могут только Он. Так же, как, например, если кто-то является чьим-то мужем или чьей-то женой, например, как женщина, жена или мать, сюда они еще более приемлемы. Например, вот она мать. Я могу выглядеть сейчас в окно, там наверняка идет какая-нибудь женщина, которая чья-то мать. И я могу судить о ней как о матери, только если я ее ребенок. Я не могу судить о ней как о матери, если не буду еще ребенком. Только ребенок имеет право говорить, какая она как мать. И у меня нет никакого права говорить о ней в этом, в этой роли. Понимаете? Точно так же о преданных может говорить только Кришна. Либо тот, на кого Кришна и Ачарья Сампрадая возложили ответственность. Следить за тем, как они служат Кришне. Тогда у нас это право появляется как продолжение нашего служения. А разумеется, для этого служения также есть квалификация. Должно быть резюме, прежде чем на это служение дадут. Должно быть резюме. Должно подать его. И в этом резюме должна быть одна строчка. Не хочет искать недостатков. Вот тогда служение, возлагать служение, которое будет заключаться в том, что мы должны будем искать недостатки в служении других Кришн, может у нас быть возможно. В этом случае. Вот. И тогда так мы уважаем преданных. Поэтому, чтобы эту их вечную природу, их освобожденную или освобождающую природу преданных всегда помнить, всегда видеть ее, нужно их слушать. Видеть недостаточно. Просто приходить на программу и видеть преданных таких, розетких, одетых так, или подстриженных так, украшенных так. Недостаточно, чтобы развить в них к ним уважение. Потому что мы видим просто тела. Но чтобы понять их как преданных и их связь с Кришной, нужны две вещи. Нужно слушать их внимательно, когда они говорят о Кришне. И нужно служить им, в их служении Кришне. Тогда это уважение к ним и величие, понимание величия этих преданных само собой раскроется в нашем сердце. Что же касается других людей, мы говорим по две категории, то уважать их нужно просто потому, что они есть. И нет никакой другой причины для этого. Я имею в виду, что, конечно, уважать их можно за их качества, у них и замечательные качества, можно не закончить. Можно уважать их способности, их роли, ответственности. Все эти качества есть у людей, без сомнений, можно учиться этим качествам мира. Но их, они даже не должны быть для того, чтобы мы относились к ним с уважением. Само факт существования живого существа в любой форме, в любой виде жизни, даже если с ними про людей говорим, достаточно, чтобы относиться к ним с уважением. Однако, сейчас это теория, на практике что это значит? На практике это означает, что когда мы с уважением относимся к вайшнавам, и когда мы служим наставлением духовного учителя, духовный учитель наделяет нас силой уважать все живые существа. И об этом это не мои слова, это говорит Бхактисиддханта Тхакур Пари, которому говорит Гурудев. Сакали самана кори пашакати дэхунаха дзанхаджанха. Тари тугаи бахаринама суки амрадва хабхаду. Он говорит, сакали самана кори ты шакати, дай мне силы, дай мне шакти, дай мне способность относиться ко всем с уважением. Уважение, которое не основывается на том, благороден человек или из простого семейства, ученый, или необразован, старый, или помолод, красив, или некрасив, богат, или беден, все эти соображения не имеют никакого расчета. Сакали самана кори ты шакати, дай мне силы относиться ко всем с уважением. Духовному, кому он обращается? К духовному учителю. Джатха-джатха в соответствии не с их уровнем, в соответствии с, ну, скажем так, с практичностью, в соответствии с тем, что приемлемой является приемлемой формой выражения уважения по отношению к конкретному живому существу. И дальше говорит очень важная вещь, очень важная, которая тоже может вас вдохновить и развить уважение. Он говорит, таби то, только тогда гаиву смогу открыть харинама суки, счастье, цветы имена. И только тогда все мои оскорбления прекратятся.
Не нужно думать, что оскорбление – это только возможность совершить только в отношении с Вайшнавом. В отношении к другим живым существам оскорбление также возможно, они также накапливаются, также приводят к убийственным последствиям духовной жизни. Пусть с меньшей скоростью, пусть с меньшей силой, но они есть. И поэтому такое правильное отношение ко всем живым существам возможно развить по милости Вайшнава. Но легче уважать Вайшнава. Их величие зрение. И поэтому начните хотя бы с них. Харе Кришна. Еще один вопрос. Последний, наверное. Пожалуйста. Микрофончик. Харе Кришна, вот вы в своей лекции говорили о том, что Господь Кришна, Он всегда очень свеж и никогда не надоедает. И в связи с этим вопрос, почему же тогда получается так, что каждый день, имея с Ним общение в образе Его Святого имени, мы не чувствуем на самом деле того, что происходит, что это действительно, что Он свеж, что Он нов и не надоедает. Вот почему так происходит? Спасибо. Ну, во-первых, это не только я сказал в своей лекции, счастье. Шахты, что Кришна свечи сверху, говорят те, кто испытывает эту сверху каждый день. И вопрос ваш о том, почему, повторяясь эти имена, мы испытываем, мы испытываем эту сверху, да? А сколько, повторяясь эти имена? Да. 2 года, да? 370 дней. Каждый день Кришна вспоминает. Почему? 2 часа каждый день вы проводите занятия, которые не дают никакого ощущения свежести каждый день. Причем, более того, мало ли, да, если вы занимались эти 2 часа чем-то таким разнообразным, какие-нибудь компьютерные игры играли, где выскакивали разные монстры каждый раз. Я не играю в компьютерные игры, просто я знаю, что там выскакивает. У меня есть достаточно знакомых, которые это делают. Вот. Там что-то новое каждый раз, а тут 3 же слова в разных сочетаниях. Причем сочетания тоже достаточно предсказуемые, не по какой-то рандомной функции. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. И как он не надоел это? Почему? В чем секрет? Кирилл, спасибо. Скажите. Видимо, нет ничего свежего, там, ничего нового совершенно. И вы 20 только сейчас начинал заходить за 2 года. Да. Ну, я имел в виду... Ты на самом деле вот эту истинную свежесть, то есть, что нам мешает почувствовать это, и что нам заставляет нас думать, что на самом деле, то есть я не... Что или кто заставляет вас? Вас они тоже заставляют, да, похоже? Не воспринимаю его таким, как он на самом деле. Какой на самом деле? То есть насколько он тебе... А какой он на самом деле? Вы знаете? На самом деле. Я как-то раз, когда он с этим вопросом подошел к одному замечательному преданному Санкт-Петербургскому Яндрю, очень дорогой нашему сердцу преданному, я говорю наш, потому что не только он мне дорог, но и многим другим, на Тарьяне прямо. Было представление счастья создания Кришны для себя. Мы приходили в кафе Галинда на проспекте Макля, дом 58. Ну, ты знаешь, что он приходит, просто, к сожалению, я давно очень не видел. Очень хотел бы повидать, если вы слышите меня сейчас в Тарьяне прямо. Я очень по вам скучаю. Вот я пришел к вам с тем же самым вопросом о том, почему этого вкуса нет. И я сейчас отвечу его словами, а потом я скажу еще что-то, то, что я слышал других любимых авторитетов. И он сказал, что если его нет и никогда не было, то почему же ты так переживаешь об этом? Чего тебе не хватает, если его не было? Не может нам не хватать чего-то, чего никогда не было, понимаете? Если бы не было, то бы не было, и тогда скорбеть не почему. И не можем убиваться, и не держит вкус, когда он придет. Ну а что вы? Вы знаете точно, что вы хотите, ребята. Смотрите, вы сказали об этом, проговорили сейчас. Значит, он есть. Он есть, но его мало. Причем есть именно такой, какой нужен. Но его мало. Мало этого нектара, поэтому хочется больше. Это правда према. Према проявляется на разных этапах. На уровне шара это тоже према, просто в таком зачаточном, еще не развитом состоянии. Но это точно так же, как семечко манго и манго, одна и та же вещь. Семечко арбуз и арбуз. То же самое. Генетически между ними никакой разницы.
вопрос лишь в степени развития. И мы не можем наслаждаться семечком, так как можно наслаждаться арбузом, но способность доставить нам такое наслаждение в нем есть. И нужно приносить что-то извне для того, чтобы это способность проявить. Точно так же с ситуацией. Поэтому Тарьян как бы сказал мне вот так, что если ты так переживаешь, что вот нет этого счастья, значит ты его имел. И теперь ты проследи вспять, что ты сделал не так, чтобы это счастье уменьшилось или исчезло, но оставило после себя такой глубокий отпечаток, что забыть его уже невозможно. Об этом в 7 главе первой песни Шмагова Нарада Муни говорит. Он говорит, что преданные, которые могут из неизвестности даже сходить с пути преданного служения, никогда не могут забыть нектар, стоп Кришны, и себя жаждать, или там даже начали пояснять, себя смиренно желают, чтобы оно, это нектар снова пришло в сердце. И вопрос, и второе дополнение к этому вопросу, к ответу вернее, заключается в том, что иногда в нашей погоне за этим, или устремлении к этому свежему, вечно свежему счастью, мы понимаем, мы представляем себе это счастье, как что-то такое, вот эти стимрол с диролами, как это называется, такую нежевательную резинку, которая никогда не теряет своего вкуса. Если вы жевали жевательные резинки когда-нибудь, они теряют свой вкус. Остается просто бесполезная, безвкусная резина. И мы думаем, что преданное служение и вкус преданного служения – это такое же гастрономическое понятие, что мы должны жевать что-то такое, что никогда не потеряет свой вкус. Это вкус. И мы думаем, что это вкус, наш гастрономический вкус, который воспринимается этим булырками на пырышками на нашем языке, или какими-то пырышками в нашем сознании, в уме. Но это наш вкус. Мы берем Кришну и наслаждаемся им, как наслаждается каким-нибудь леденцом или жевательной резинкой. И если мы проявляем такое состояние сознания, такое отношение к нему, сразу заметьте, что вначале он приходит с этим вкусом, вначале мы об этом уже сказали. И поэтому сейчас спрашиваем на лекциях, где этот вкус. Он был. Он пришел там авансом, незаслуженно. И потом мы сделали что-то, что этот вкус утратили или ослабили его. Потому что мы стали воспринимать его как вкус, которым мы наслаждаемся, не Кришна. И в этом принципиальная ошибка. Преданных, которые стоят на предпреданном служении, и Кришна нам очень доходчиво напоминает об этой ошибке, убирает этот вкус, когда мы пытаемся всегда с ним сам. Но вкус этот, который мы испытываем по таинственных имен, это не наш вкус. Это вкус, если мы говорим о бхакти, а не о каком-то гурманстве. Это вкус, который Кришна испытывает от нашего служения Ему. Понимаете? И вот когда мы повторяемся, это именно мы должны помнить о том, а какой вкус Кришне доставляю я, когда повторяю вот так Его святые имена. Закопил, или там, с просонами, или наоборот, как муж жена говорит, я хорошо чапаю, что-то разбудили, мне через 2 часа. Вот тот вкус, который мы доставляем Кришне таким повторением, мы получим сами. Какой-то вкус будет, скорее всего, разочарованный. Кришна очень разочарован. Да, повторяет его святые имена. Как это Махараш шутил на лекции. Когда всю жизнь повторял святые имена, он попал в духовный мир какой-то. Так, в законке там все какое-то уродливое, страшное, с одним глазом, с 3 ушами, с 4 ногами и без рук, страшное божество черного цвета, изогнутое в 3 местах. Он говорит, кто ты? И он отвечает ему, я? Ты меня звал всю жизнь, я Шри-Кришна, я буду жить с тобой вечно, ты извинись. Шри-Кришна. Поэтому тот вкус, который мы испытываем, мы должны думать так, вот то ощущение разочарования, сухости, неудовлетворенности, которое мы испытываем при повторении своих имен и выполнении преданного служения, это вкус, который мы доставляем Кришне. Именно этот, ни больше, ни меньше. Но когда мы будем выполнять служение, чтобы порадовать его, этот вкус, как живет в своем говорит, баджани, параматуруша, сука матраса, сука прав. Означает, что для преданного понимающего, в чем отличие нового преданного служения от изощренного удовлетворения своих чувств, для такого преданного единственным источником счастья является то счастье, которое он или она доставили Кришне. Вот это счастье, им можно наслаждаться. Хотя Кришна преданно не хочет, потому что ему достаточно просто доставить его. Он доставляет, и Кришна возвращает его обратно. Вот это, этим счастьем я желаю всем вам, нам, наслаждаться. Это
законное право живого существа наслаждаться таким вкусом для этого служения. То, что называется Шримад-Бхагаватам Сивамахима. В нескольких местах, а не шлоках 6 или 7 Шримад-Бхагаватам, говорится, что живое существо, достигающее совершенства при служении, утверждается Сивамахимне, то есть это в своем собственном величии, таком величии встречи, величии преданного служения, которое наше законное право, и оно доставляет огромное счастье. Хотим мы это или нет. Харе Кришна. Давайте мы на этом закончим, уже ждет нас другая форма счастья, общения с Кришной там. Нет? Еще какое-то время есть?